человек года за Ермакову, а не за нее. А Пещенко что? Они подружки Захара. А Пещенко просто это. А мы пойдем на север, да? Прикинь, да? Просто поддакивалка Захарова, я понял, да? Девчат, тогда вы объясните. Тебя уже второй раз перечеркивают твою фотографию, значит, ты не делаешь какие-то выводы в коллективе. Подстраховали тебя ведущие, дав тебе иммунитет. Ну, еще Дан, который кричал о том, что он тебе там подарит телефон, а ты будешь с ним. Вот все, это вся твоя страховка. Если страховка стоит таких цен, то мне очень жалко таких людей. Ален, какова твоя позиция именно, которая касается вот этой девушки? Полины? Да. Да вообще ходит, пукает, там что-то мне не холодно, от нее не жарко, вот честно. Но до того момента, пока она не сказала, что я забила на мечту на свою, и выигранные малинки буду тратить на виниры. Я за... Не, ну ты ей уже обещаешь пылесос съесть. Да, потому что она говорит, ты забила на свою бабушку и собираешься себе в зубы вставить. Это, ну, я не знаю, может быть, она имеет аргументы. Я не сказала. Я сказала, что у тебя были такие мысли, ты хотела сделать виниры. Сейчас переобуваться. Я говорю, докажи